Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно я вам рекламировал хороший сайт, где можно собирать разную крипту. Этот такой же самый, но он уже древний. Не знаю, что вы его не видели, но думаю, нужно его прорекламировать еще раз. Сначала я выведу отсюда накопленные сатошики биткоина. Буду выводить сразу на Pair. Как видите, минималка на Pair 2000 сатош. У меня есть вот столько, это $15. Без комиссии на Pair, это очень круто. Подтверждаем. Так. Как видим, это мой первый вывод отсюда. Недавно я начал здесь работать. Так что, надеюсь, работа будет хорошая и денежная. Ну и перейдем к самому крану. Значит, все здесь очень просто. Так же само, как и на прошлом кране, здесь есть такие вот куча криптовалют. Но здесь, по-моему, без премиума можно добывать то ли 3, то ли 4 крипты одновременно. А чтобы добывать больше, то там нужно, если хотите, платить. И каждый раз крипту можно добывать раз в час, раз в 60 минут, грубо говоря. Так что, в принципе, он этим отличается. Там раз в полчаса, здесь раз в час, как-то так. То есть здесь крипты различные дофигища. Также есть всякие, можно рекламки здесь свои заказать, чтобы люди смотрели, тем самым продвигая свой какой-либо проект. Также здесь можно проходить офферы, за них хорошо платят, видите, здесь их дохренища. Можно смотреть рекламки за сатошики биткоина, видите, нормально платят, супер. Windows Ads, вот столько, ну то есть тут нормально. Артикль Ads, короче, смотреть не пересмотреть. Ну и в принципе все, офферы, кран и всякие рекламки. То есть здесь можно нормально заработать, особенно вот здесь вот. Вот видите, их сколько здесь страниц, то есть дофигища. То есть можно смотреть и раз в час клацать. Можно совместить тот кран с этим краном. То есть там все повыполнять и здесь. Когда вы там все повыполняете, то здесь все заюзаете и тоже все выполняете. И там полчаса проходит. Короче, как-то так. Можно, в принципе, их совмещать. Такой вот кран, ссылка на него будет в описании к этому видео. Всем удачи, пока-пока, до новых встреч и поменьше скама, друзья.